Ирландия, июнь 2007 года. В этом видео хочу показать разводные мосты в Голландии, в центре Амстердама. Это, конечно, нечто. Что-то похожее есть только в Питере. Наверное, Петр I чему-то здесь нахватался. Вот как это выглядит в центре города практически. Канал. Сегодня уикенд, люди отдыхают. И вот такое мостище в центре города преградил дорогу группе туристов из ЛВ. Надо заметить, что у голландцев в крови быть мореплавателем. Посмотрим на мостик. И поэтому у них лодка — это первое место, велосипед — это второе место. И заметьте скорость, какой передвигаются здесь паромы, морские суда, и открываются, закрываются мосты. Это происходит за считанные секунды. Это видео длится меньше 3 минут. Мост за это время открылся, закрылся, и прошло порядка 12 катеров. Можете себе представить организованность движения.